Юрий Гагарин был всегда страстным садоводом. Он проводил большую часть своего времени, ухаживая за своим садом, заботливо выращивая цветы и деревья. Однако, ему всегда хотелось увидеть свои любимые растения в новых и захватывающих условиях. Однажды Юрий наткнулся на возможность присоединиться к команде ученых на миссию исследования и колонизации новой планеты. Он не мог устоять перед шансом привнести свою любовь к садоводству на новый уровень, и поэтому сразу же присоединился к команде. Прибыв на новую планету, Юрий был поражен многообразием флоры и фауны, о которых он мог только мечтать. Он вдохновился этой редкой возможностью и сразу же приступил к работе, чтобы приспособиться к новым условиям и вырастить уникальные растения, которые могут существовать только на этой планете. Со временем Юрий экспериментировал с различными видами растений и постепенно выращивал невероятные сады, которые впечатляли всех членов команды исследователей. Эти сады были не только красивыми, но и представляли собой источник пищи и медицинских ресурсов для исследовательского лагеря. Следуя примеру Юрия, другие члены команды также начали развивать свои садоводческие навыки и начали привносить свою индивидуальность и специальные знания в проекты садов хорошего самочувствия. Вскоре стало ясно, что их сады планетарного города стали местом, где все члены команды могли расслабиться, насладиться природой и почувствовать себя как дома. Таким образом, Юрий Гагарин стал не только первым космонавтом, но и первым садоводом на новой планете. Его страсть и преданность садоводству привнесла красоту и успокоение в жизнь многих людей, живущих на этой далекой планете, и его наследие будет жить в сердцах всех тех, кого он вдохновил своим примером.